And as advertised, Gennady Padalka, the world's most experienced space traveler, first out of the Soyuz capsule, wrapping up 168 days in space during expeditions 43 and 44, and a total of 879 days in space on 5 flights. More than 2 months more than the former record holder Sergei Krikalev. Назад сюда что-то, назад. Туда, после. Данные не давай. С головой. По пяти. Сзади? А как же? Сейчас будет. Вода есть. Что чипно? Да так, это только не надо убирать. Леша. Элла Пушкин. Аккуратно. Это не надо. Хорошо. Так, водичка, связь есть? Пошла? Есть. А? Что есть? Отдельно в мешке? Да. 60? Поставишь-то мягенько. Геннадий Иванович, он привет. Ты как и обещал. Конечно, как ты думаешь? Брусову привет. Спасибо. Олегович, там кто идет? К2? Там сейчас, да, К2 сейчас. К2, значит? К2, Олегович, К2, вот сюда. Ну что, сейчас? И потом переместить. 140 на 79, пульс 98. У меня звук чистый. Это что? Ничего не надо. Давайте горячий чай. Нормально. Вот маленький. Вот на дальний план стали. Вот они болеют ногами. Ноги поднимали. Здесь хорошо. Gennady Padalka, ever the cool customer, sipping some tea right after sunrise at the landing site in Kazakhstan. Солью накормили, красавец. Нормально? Нормально. Солью накормили. Солью, ну, вы водой напоили, правильно? And second out is native Kazakh cosmonaut Aydin Anbatov. Having landed not far from his hometown on native soil, soon to be feted at a reception by the Kazakh president in Astana a few hours from now. Дайте всем работать. Ужин назад. Руки в руки. Отойдите в сторону, в сторону, в сторону. В сторону. Да. Так, если сейчас не будет здесь порядка, я сейчас мешаю. Все. Отойдите, пыль поднимается. Все ушли, ушли. Ушли, ушли. Молодец. Я вам мешаю, что работа не летала. Крути головой. За ленту. Так, давление слишком. А раньше нам вот всякие одевали. Одна камера стоит, которая... Давай. 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 Давай.
Слушайте. Так, изменения еще есть. Еще не только будет выиграть. Как померили, все. Что ты вот докладываешь там? Я подопечный, 17 лет назад принимал его на старту. Я помню. Это я помню. Хорошо. Здорово. Позвольте, мы вас освободим. Да, пожалуйста. Хорошо. Так, что ли? Continuing to watch live television from the landing site, where the Soyuz TMA-16M touched down on time at 7:51 p.m. Central Time, 6:51 a.m. Kazakhstan time on Saturday morning. Gennady Padalka and Aydin Aimbatov out of the Soyuz spacecraft awaiting the extraction of European Space Agency astronaut Andreas Mogensen. And standing right behind where Padalka is on the right side of your screen is the head of the Russian Federal Space Agency, Igor Komarov. Шлемофончик можно уже потихонечку снимать. Шлемофончик можно снимать. Юра, привет. Ну, он же стоял, он же вставал. Землякам привет. Не, он же стоял, вот он сейчас не был. Вот сзади не было. Вот здесь что. Сколько? Давление. Николай, кто? Сейчас, измеряю. Это чей? And the RSC Energia personnel now extracting Andreas Mogensen of the European Space Agency, the first Dane to fly in space. На 104. Проверь сначала. Проверь. Сейчас работаю. Сейчас спасаю. Через сколько вставляю? Кто сопровождал? Как Вася знает? Телефон может снимать. Давай туда. Внешний вопрос. Это сувенир для музея. Сувенир музея. All three crew members now out of the Soyuz spacecraft, a mere 25 minutes after touchdown. Mogensen, who along with Aimbatov spent 8 days on board the International Space Station, 10 days in space overall since their launch from the Baikonur Cosmodrome. He was knee-deep in scientific research in the Columbus module of the International Space Station during his duration on board. Now returning to a triumphant return. Everything looking good at the landing site southeast of Jezkazgan. Нарушил финский отбор. Как я себе теперь рассчитываться буду? Я всегда ел нормально. Богомолов повесить.
Он огурцы запрещает. Именно про я хотел. Ладно. The returned crew members looking in good shape, sampling some fresh fruit at the landing site. Again, having a few minutes to get their land legs back. Before they are carried into a nearby inflatable medical tent to receive initial medical exams and to doff their Sokol launch and entry suits. Привет, салем. Сереж, пусть товары просят, пускай мы аппарат показать. Молодец. Да. Молодец. О, еще забыл. А как сейчас минутка надо. Ну ладно, там сейчас он будет. Да. Где там у вас? On the right side of your screen is Yuri Lonchakov, who is the head of the Gagarin Cosmonaut Training Center, a veteran cosmonaut in his own right, who also flew on a space shuttle mission to the International Space Station. Назад. У него нет, не назад, у него 15, все, у них там будет на половине. А, ну да, 15. 15, уже пойдет в год. Да, нормально. Так сколько у тебя сейчас? Мы считали что-то. Сколько дней? 878. Сколько? 878. 878. Чуть-чуть осталось за 1000. Да, это так не досягает.